На телеканале «Юганск новости». Здравствуйте. В студии Кристина Кочерова. И вначале коротко о главном в этом выпуске. Взгляд изнутри. Как проходит лечение жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией? Быстро и эффективно. Во второй взрослой поликлинике Нефтеюганска появился специальный дезинфектор. Сразу три новые площадки. В 12-м микрорайоне продолжается второй этап благоустройства школьного сквера. Число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе продолжает идти на спад. За последние сутки зарегистрирован 221 новый случай COVID-19. В Нефтеюганске диагноз подтвердился у 22 жителей. Наибольшее число заболевших в Сургуте. Еще в трех муниципалитетах выявлено свыше 20 случаев. Это Сургутский район, Нижневартовск и Нефтеюганск. В 90% всех подтвердившихся в округе диагнозов контакты установлены. Что касается клинической структуры заболевания, то у 61% жителей оно проходит симптомами ОРВИ. У 62 человек выявлена пневмония. Статистика последних дней, по словам специалистов Роспотребнадзора, позволяет Югре перейти на первый этап снятия ограничительных мер. Послабления для жителей начнутся с сегодняшнего дня. Взгляд изнутри инфекционного отделения. У сотрудника нашей телекомпании, который на данный момент находится в декретном отпуске, диагностировали COVID-19. Об этом нам сообщила сама Виктория Тимофеева. Где она могла заразиться, девушка не знает. Но вот о том, как проходит лечение в стенах больницы, рассказала. Подробнее в следующем сюжете. Виктория поступила в инфекционное отделение сразу после положительного теста на COVID-19. Делится, что ей повезло, болезнь протекает без осложнений. В день госпитализации пациенты проходят компьютерную томографию и сразу же получают лечение. Врачи отвлекаются на каждое беспокойство пациента, приходят для консультации. Видно, как им тяжело и не просто работать в этих костюмах, а также просто элементарно дышать. Сюда же приходят для консультации специалисты и врачи из других отделений. При лечении коронавирусных больных используют и тиотропную терапию. В скором времени в Нефтеюганск поступит и новый препарат «Авиафир». В инфекционном отделении находятся пациенты в состоянии средней и тяжелой степени. По-прежнему остаются и те, кто нуждается в респираторной поддержке, искусственной вентиляции легких. Она бывает разная. Самая, конечно, такая вот жесткая, это инвазивная вентиляция, это с помощью эндотрахеальной трубки. В основном такая помощь требуется, ну, скажем так, единичным пациентам. Врачам непросто. Сутками на ногах и в многослойном герметичном костюме. Койки практически не пустуют, народ продолжает поступать. В больнице у пациентов берут несколько анализов на ковид. Между первым и вторым тестом должно пройти 10 дней. Третий делается на 12-е сутки. Из-за загруженности лаборатории результаты задерживаются. При получении двух отрицательных анализов он считается неопасным. То есть по ЭПИД-показаниям он может посещать и другие учреждения города, и находиться на улице, находиться с друзьями, родными, близкими. Сейчас инфекционное отделение развернуто на 180 коек. Есть и резерв для экстренных больных. Ежедневно сюда продолжают поступать новые пациенты. Впрочем, выписываются не меньше. Пока наш материал готовился к эфиру, с двумя отрицательными тестами вышла из больницы и наша коллега. Мария Сираева, Виктория Тимофеева, телерадиокомпания «Юганск». Быстро и эффективно. Во второй взрослой поликлинике Нефтеюганска появился специальный дезинфицирующий аппарат. Устройство должно помочь медикам работать на пропускном контроле. Такой подарок врачам предоставил депутат городской думы совместно с местными предпринимателями. Бесконтактный и высокоэффективный способ дезинфекции. Так говорят о новом устройстве медики второй взрослой поликлиники. Обрабатывать руки на входе в учреждение жители уже привыкли. Но теперь делать это можно с комфортом. Вы проходите, руки вставляете ладонями вверх. Аппарат сам подает дезинфицирующее средство на руки. Потом включается вентилятор, ультрафиолет. Все это обрабатывается, ручки просохли. Все, руки у вас чистые. Можете проходить дальше. Новый дезинфектор – это подарок врачам. С такой инициативой к предпринимателям Нефтеюганска вышел депутат городской думы Сергей Андреев. По мнению народного избранника, помогать медикам сейчас должен каждый. Одни своим участием, другие – соблюдением всех правил.
Сегодня мы понимаем, что очень такая непростая ситуация у нас в городе Нефтеюганске. Я считаю, каждый предприниматель обязан, и каждый житель участвовать, значит, в помощи для наших врачей, которые сегодня у нас стоят на переднем рубеже охраны, защиты здоровья наших граждан. Такую благотворительную работу Сергей Андреев намерен продолжать. Отметим, она началась еще с начала пандемии. Депутат является куратором добровольческого корпуса. Волонтеры в том числе собирают необходимые наборы со средствами индивидуальной защиты. Запросы на помощь поступают даже с других городов. Кристина Кочерова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». В 12-м микрорайоне продолжается второй этап благоустройства школьного сквера. К осени здесь появятся сразу три новые площадки – игровая, детская и спортивная. Проект реализуют в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Благоустройством данного участка занимается местная фирма «Городострой». Сейчас здесь начались работы по асфальтированию. После будут укладывать резиновую крошку. На специальном покрытии установят малые архитектурные формы. По проекту площадка будет разбита на три зоны. Первая зона – это будет игровая площадка. Вторая зона – спортивная, где будут установлены уличные тренажеры. А третья площадка – это будет для наших детей с элементами дорожных знаков и разметки. Также дорожных знаков, где дети будут изучать правила дорожного движения. В школьном сквере также установят фигуры из чугуна, ротонду и буратино. В данный момент их отливают в Екатеринбурге. В середине августа привезут в Нефтеюганск для установки. В финансирование данного проекта вовлечены средства федеральные, окружные и местные. На сегодняшний день, значит, окружных денег более 5 миллионов. Федеральных денег более 3, и местный бюджет всего лишь задействован порядка 1 300 000 рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 40%. Сдача объекта по контракту не позднее 10 сентября. Мария Сираева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Стали известны результаты самого массового экзамена русского языка. В Нефтеюганске этот предмет сдавали 574 школьников. А главное отличие от прошлогодних форматов – усиленные меры санитарной безопасности, в связи с чем экзамен был разделен на два дня. Результаты стабильные. Средний балл экзамена по русскому языку – 71. Примерно столько же было и в 2019 году. Более 90 баллов в этот раз набрали 39 человек. Максимальные 98 его получили 7 ребят из 2-й, 8-й и 10-й школ. Тогда как не преодолел минимальный порог только один участник ЕГЭ. Отметим, среди сдающих были и выпускники прошлых лет – 17 человек. Двое не справились с заданиями. А максимальный балл – среди них 89. Его набрали два участника. А 27 июля уже станут известны результаты ЕГЭ по профильной математике. Завершает выпуск наша постоянная рубрика «Окно в город». Посмотрим на красоту природы, главными героями которой сегодня стали березы. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.